Проезжая по мосту через реку Сухона, сотрудник вневедомственной охраны Анатолий Коншин заметил человека, стоящего на перилах ограждения и держащегося руками за опору освещения. Росгвардейцу удалось незаметно подобраться к мужчине, схватить его, а затем оттащить в безопасное место. Наряд группы задержания вневедомственной охраны, вызванный на место происшествия, помог мужчине успокоиться. Как выяснилось, 21-летний житель Великого Устюга пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения, за что незамедлительно был уволен. Это и послужило причиной к попытке спрыгнуть с моста. Руководством Великоустюгского филиала Росгвардии в Вологду направлено представление для поощрения Анатолия.